Друзья, такая рыбалка сегодня. Такой вот окуняра клюет. Есть грамм на 250-300, наверное. И все это чудо происходит там, вот там. Друг Серега, брат мой. Серега, помаши рукой людям. Все, поймал окуниху. И все вот это вот дело у нас льет на Мурмаше, ребят. Не знаю, видно. Но вот такой вот таракан. Вот так вот мы на него и ловим. Рыбалка удалась. Рыбалка в Челябинской области. Я приехал вообще к друзьям буквально тут. Дня, и один из дней, вот сегодня суббота, мы решили посвятить рыбалке. Они были у меня в январе, ну и тут с ответным визитом я пожаловал к ним, и мы с удовольствием проводим этот день на одном из озер, где-то километрах 70 от Челябинска, я даже не знаю, как это место называется. Пробовал балансиры, пробовал все, что возможно только, ну и в итоге разловился на Мурмаше. Вот так вот, ребят. Ну все, пока. Так, расскажу, как одевается Мурмаш. Есть два способа. Продеть спинку вот так вот. Вот так проткнуть спинку. А я предпочитаю одеть его со стороны спины, как бы в живот. И вот таким вот образом лодыжки будут стоять. Ну вот итог рыбалки. Такие вот окунишечки. Силые. И вот тут еще. Ну там вот немножко. Вот здесь. Так вот если. О! Какие красавцы. Вот такие вот. Вот так мы и рыбачим в Челябинске. Все, всем пока.